Плановый визит полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе зампреда правительства Российской Федерации Юрия Труднева нацелен на личный контроль за реализацией актуальных социально-экономических проектов в Магадане. Первой точкой в контрольном маршруте Юрия Труднева и губернатора Колымы Сергея Носова стала стройплощадка нового детского сада в 3-м микрорайоне. Работы на стройплощадке, по словам представителя подрядчика, ведутся круглосуточно. Мы идем с превышением плана на год. Контрактное окончание проекта декабрь 2022 года. Мы сдадим стройку в этом году в декабре месяце. На стройплощадке в ходе обсуждения рабочих вопросов министр образования региона Анжела Шуртно проинформировала Юрия Трутнева о нехватке для завершения строительства нового детского сада крупной суммы – почти 270 миллионов рублей. В соответствии с соглашением нам была выделена субсидия 237 миллионов при стоимости объекта 529 миллионов. Вот, из них 237 федеральные деньги, 23,6 наши региональные. Сегодня вся федеральная субсидия освоена в полном объеме. Поручение соответствующее дайте коллегам. Это по линии Минпросвещения. Минпросвещения, да, это порядок распределения. Надо дать поручение пересмотреть стоимость ввода одного места на одного места. Да. Потому что материалы дорожают, денег не хватает, а что мы останавливаемся? Плюс специфика еще, вот свайное поле. Да. Не должны останавливаться. Таким образом, благодаря визиту полпреда Юрия Трутнева, одна из острых тем для региона сегодня получила возможность быть разрешенной в скором времени. Дело в том, что объект реализуется, строительство этого объекта в рамках национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 135 мест, и мы планируем, что 100 мест – это будут места ясельные, то есть от 1,5 лет до 3 лет. Планируется ввод в эксплуатацию детского сада в начале 2022 года. Еще одной стройплощадкой, которую посетил Юрий Труднев, стало портовое шоссе. Там завершаются берегоукрепительные работы, и компания «Стройтрансгаз» обещает, несмотря на дожди в прошедшие дни, все-таки открыть сегодня двустороннее движение автотранспорта. Да, конечно, обещали, но еще не вечер. Да, день еще не закончился. Скорее всего, так и будет. Прогулочную зону, значит, прогулочную зону сделать, значит, чтобы было красиво в одном стиле. И выходим фактически туда. Есть еще один парк морской, где установлены касатки, любимое тоже место. Ну, я очень надеюсь, что здесь будет красиво, потому что мы давно уже помогаем Магадану вот эту территорию привести в порядок. Хочется надеяться, что действительно большая часть этой работы в этом году будет закончена. Сегодня в программе визита Юрия Трутнева запланировано еще несколько встреч и совещания по социально-экономическому развитию Магаданской области в правительстве региона. Избирком Колымы и МФЦ подписали соглашение о сотрудничестве. Каждый гражданин России имеет право проголосовать на выборах. Даже если человек находится в отпуске или командировке, то есть в регионе, где у него нет прописки. Для этого ему необходимо подать соответствующее заявление о выборе избирательного участка. И здесь на помощь приходит многофункциональный центр. Он имеет возможность выбрать любой избирательный участок на территории страны, включая и Магаданскую область. И мы традиционно используем 4 основных канала, по которым такие заявления поступают к нам. Мы избирателя включаем в список избирателей, и он исключается у себя на родине, на малой. Это какие каналы у нас? Единый портал государственных услуг, территориальные избирательные комиссии и, безусловно, многофункциональные центры. Подать заявление можно будет со 2 августа по 10 сентября. Прием в центре проходит только по предварительной записи. Обратиться нужно в колл-центр или подать заявление через сайт. Выбрать удобное время для визита. Так почему же заключили договор именно с МФЦ? Уже традиционно сложилось, что МФЦ самая удачная точка приема. Во-первых, это связано с режимом работы. Ни один орган власти не работает в таком режиме, как мы работаем. Соответственно, это удобство для граждан. С избирательной комиссией, как вот Николай Николаевич говорил, мы сотрудничаем очень давно. Процесс нам понятен, налажен, отработан. И такая возможность у нас, такая возможность организована не только в Магадане, но и на территории наших структурных подразделений, на территории области.
честь Дня города 14 июля мэр областного центра Юрий Гришан провел торжественный прием для магаданцев, внесших значительный вклад в социально-экономическую и общественную жизнь города. Юрий Федорович напомнил людям об успехах, которые достиг Магадан за прошедший год. Именно в этом году областной центр удостоили звания «Город трудовой доблести». Это высокая оценка за вклад наших земляков в Великой Отечественной войне и для тех, кто потратил много сил на возведение города. Более того, сегодня столица Колымы максимально развивается и идет с миром на одной волне. У нас строятся новые жилые комплексы, школы, родильный дом, детский сад. Также ведут реконструкцию величайших монументов, ремонтируют дороги и облагораживают территорию всего города. Одним из наиболее важных событий в истории Магадана стало открытие мемориала героя Малсиба на 9 мая в честь 75-летия Великой Победы. Памятник посвящен подвигу личного состава 1-й перегоночной краснознаменной авиадивизии воздушной трассы «Аляска-Сибирь». Это один из ярких и героических моментов в истории Колымы. И, конечно, мэр не мог не вспомнить 2020 год. Прошлый год был сложным для всех. Всемирная пандемия диктует свои условия. Нам пришлось пересмотреть большинство планов, перевести работу в онлайн-формат, установить нормы и правила пребывания в общественных местах и учреждениях. Но мы справились. Сейчас практически все отрасли вышли на докризисный уровень. Энергетика, рыболовство, сельское хозяйство, грузоперевозки – во всех сферах городской жизни продолжается поступательное развитие. Все успехи и достижения города стали возможны лишь благодаря его жителям. Именно поэтому в такой знаменательный день и прошло награждение различными званиями и памятными знаками. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданину России и других государств за особые заслуги перед Магаданом и регионом. За выдающиеся заслуги в социально-культурной деятельности, способствующие развитию музейного дела, сохранению культурного и исторического наследия областного центра, звание «Почетный гражданин города Магадана» посмертно присвоили Сергею Павловичу Ефимову. Почетный знак передали его дочери Ане Зайцевой. Для поздравления магаданцев от лица правительства Магаданской области пришел вице-губернатор региона Андрей Калядин. Он считает, что город будет развиваться, и в скором времени все те, кто скептически относился к работе муниципальных органов, будут менять свое мнение, замечая новые объекты и изменения окружающей среды в целом. Я считаю, что у Магадана очень хорошее будущее, и в нем будет интересно жить, отсюда не будет уезжать. Я надеюсь на это. Тенденция к этому заметна. И ваш вклад в этот процесс неоценим. С праздником вас! Уже на протяжении 15 лет проводится конкурс «Меценат года города Магадана». Цель его проведения является активизация и развитие благотворительной деятельности на территории областного центра. Кроме этого, в номинации «Поддержка образовательных учреждений» одним из победителей стал депутат Магаданской городской думы Антон Басанский. Несмотря на то, что у него уже есть 3 аналогичных памятных знака, он все так же рад и благодарен за оцененный вклад и не планирует прекращать оказывать поддержку в различных сферах. В первую очередь, уважаемые магаданцы, хочу поздравить вас всех с замечательным праздником, с Днем города. Уже 4-й раз получаю замечательную награду. Каждый раз в зале вижу все новые и новые лица, да и даже все те же лица. Ну и на самом деле очень приятно, что очень много неравнодушных магаданцев к нашему городу, к нашему краю присоединяется к поддержке как города, так и, собственно говоря, населения. Поэтому огромное вам всем спасибо. Из года в год премия «Человек года» становится все более и более значимой и уважаемой. Звание главного лауреата премии за 2020 год получила Елена Кузьменко за достижения в сфере здравоохранения. Елена Владимировна считает, что главный успех – это то, что она работала в команде. Команде людей, которые сделали невозможное. Из небольшой больницы они создали ковид-центр с профессиональным и мощным оборудованием – реанимацией. Более того, они также призвали много грамотных врачей, поэтому только работая в команде может получиться что-то поистине большое и стоящее. Я очень тронута такой высокой наградой от города Магадана. На самом деле, я честно скажу, что никаких особых заслуг за собой я не отмечаю. Просто я честно работаю на благо здоровья всех жителей Магаданской области и всех жителей славной столицы Колымы.